Кировский театр «Кукол» готовится к празднованию 80-летнего юбилея. В честь этого знаменательного события маленьким зрителям будет показан спектакль «Серая шейка». На репетиции постановки побывала наша съемочная группа. В этом году Кировскому театру «Кукол» исполняется 80 лет. В честь этой даты театр приготовил подарки для своих маленьких зрителей и их родителей, первый из которых запланирован на 23 мая. В этот день состоится премьера спектакля «Серая шейка» по сказке «Мамина сибиряка», поставленная по пьесе Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой. Сказка о серой шейке всем известна еще с детства. Осенью маленькая уточка осталась на родине и не смогла улететь в южные края вместе со своими родителями, потому что лиса сломала ей крыло. Эта история остается актуальной и сегодня. Тема социальной незащищенности, она присуща всегда, во все времена. И здесь она у нас точно так же затрагивается. Исполнительница главной роли Лилия Николаева играет за двоих. За маленькую серую шейку и за взрослую утку, которая вспоминает свое нелегкое детство. Держать линию роли, оно вроде бы как и сложно, но в то же время то, что сложно, оно очень интересно. Важную роль в спектакле играет музыкальное сопровождение, в котором зритель узнает произведения Чайковского из детского альбома, из цикла «Времена года», а также музыку Эдисона Денисова. Основная идея была как бы формировать вкус у маленьких детей при классической музыке. Нельзя не обратить внимание на декорации для премьеры. Специально для спектакля были разработаны целые композиции, которые передают ощущение смены времен года, замерзание озера и сход снега. Работа по украшению сцены идет полным ходом. И это еще не все, чем порадует театр «Кукол» своих зрителей в преддверии своего юбилея. Планируется показать еще больше спектаклей, а также провести спецакцию «Ночь в театре». Надежда Шабалина, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.